Масштабный фестиваль в честь окончания зимнего горнолыжного сезона прошел на Алтае в Манжуроке. На празднике побывало больше 10 тысяч гостей, не только из Сибири, но и со всей страны. Они стали зрителями яркого шоу, а еще оценили уровень всесезонного курорта Сбера. Подробнее в нашем сюжете. Горловое пение, народные легенды и сказания. Алтайские исполнители заворожили зрителя. Со сцены фестиваля «Манжурок Фест» благодаря национальным инструментам в руках умелых артистов доносились рев медведя и пение птиц. По-весеннему оживала природа. Окончание зимнего горнолыжного сезона отметили на Манжуроке красочно и с размахом. Гости включались в народные танцы и соревновались в национальных состязаниях. Для самых маленьких Манжурок Фест организовал встречу с любимыми героями мультфильмов. Специальным гостем программы стала известная российская певица Пелагея. Всесезонный курорт Манжурок – один из крупнейших в России. Зимой сюда приезжают сноубордисты и лыжники, в том числе профессиональные спортсмены. Они могут тренироваться и участвовать в соревнованиях на горнолыжных трассах длиной в 22 километра. Для любителей активного отдыха действуют три канатные дороги – гондольного и кресельного типов, с которых к тому же открываются сказочные виды. В прошлом году мы после 45-летнего перерыва возобновили всероссийские соревнования и провели этап Кубка России по горным лыжам. В этом году также этап Кубка России по горным лыжам и уже международные соревнования. Пока на курорте Манжурок гостей встречают гостиница и ресторан с национальной кухней. Но совсем скоро здесь откроют новый пятизвездочный отель на 304 номера. Он обещает быть самым большим в России отелем премиум-класса. У нас много планов, много объектов, которые мы планируем строить. Это большой семейный парк, это новые канатные дороги, новые горнолыжные трассы, которые будут более 67 километров по протяженности. Это панорамный ресторан на вершине горы и много других объектов. Уже скоро на смену лыжникам и сноубордистам сюда приедут любители пеших прогулок и велосипедисты-экстремалы. А это значит, с закрытием зимнего сезона начнется новый яркий этап в жизни всесезонного курорта. Анна Рашагирова, «День с толком».